Всем настоящий бойцовский респект, вы на территории ММА. Разморозка началась, и надеюсь, мы больше не дадим себя околпачить карантином и прочими пугалками. Сегодня у нас на очереди разборки по предстоящему бою Даурен Ермеков, Владимир Минеев. На кону будет стоять чемпионский пояс организации Fight Nights Global. Итак, совсем недавно в Беларуси состоялся бой Владимир Минеев против Артура Пронина. Изначально по этому поединку было ясно, что шансов у последнего просто нет. Да, Артур старался играть по американским правилам, пытаясь внести трэш-тока и хайпа в предстоящую битву. С разрешения канала наших друзей Вестник ММА я покажу вам кусочек интервью, которое Пронин дал Михаилу не так давно. Скоро вы увидите настоящий бескомпромиссный, жесткий бой, который не наигран, а который реально люди испытывают друг другу ненависть. Но в случае меня это 100%. И вы увидите меня в другой, как сказать, в другой манере, в другом амплуа, да. Я буду не слышать судью иногда и прочие моменты, понимаете, когда я не буду пытаться сделать сразу сабмишн, я буду по максимуму бить, вот, когда уже совсем. И попрошу еще секунданта, чтобы он держал другого секунданта, чтобы тот полотенце не смог выкинуть, понимаете? Вот, ну ладно, проехали. Жестко слишком. Давайте дальше. На свою беду звезды и луна поют нам песни вновь. После просмотра этого момента, на мой взгляд, становится понятно, что Артур открытый, добрый и честный парень. Врать он не умеет, поэтому его словам совершенно не веришь. Вот, ну ладно, проехали. Жестко слишком. Давайте дальше. Теперь к самому поединку. Пронин проиграл его в первом раунде после вот этого попадания. Есть! Это нокаут! Пошел вперед, и да, один единственный апперкот, но такие нокауты называют гангстерскими. Комментаторы назвали этот нокаут гангстерским, и почему-то в повторе его показали только с одного ракурса. В титрах во время боя либо ошиблись, либо просто слукавили, указав, что вес Минеева 84 килограмма. Хотя сам Владимир говорил, что они будут биться в категории промежуточной 86 килограмм. Так на дуэли взглядов его вес объявили как 86. Пронин же и тут шел недовесом со своими цифрами 84 килограмма. Итак, разница в мастерстве, значительная разница в весе и габаритах, плюс гангстерское прошлое или настоящее Минеева. Об этом точно не знаю. Гремучая смесь. Теперь о главном. Боец клуба Орлан ММА Pro Team Даурен Ермеков, увидев все происходящее, написал у себя в Инстаграм. Все знают, что мой следующий соперник Владимир Минеев. Он сейчас подрался в Беларуси и выиграл нокаутом. Вот есть видео. Мне кажется, этот бой чистая постанова. И в карусели далее идет вот это видео. На свою беду, звезды и луна поют нам песни вновь. И про мою любовь жизнь благодарю за то. Поддержал партнера по команде Сергей Морозов и другие ребята, болельщики и фанаты. По другую сторону оборону приняли Азамат Бастанов, сам Владимир Минеев и его болельщики. Какая битва развернулась в комментариях, можете почитать сами. Что я думаю по этому поводу? Да, нокаут возможно и гангстерский, но верится в это с трудом. Новая лига. В главном поединке нужна громкая и досрочная победа, желательно малой кровью, так как команда Минеева прекрасно знает, что с Дауреном Ермековым бой будет настоящим. Пронина я тоже понимаю, нужно зарабатывать и в его интересах принять правила лиги, чтобы ненароком не спутать карты. Теперь игры закончились, впереди настоящая жизнь без позерства и пустых разговоров. На этом все. Подписка, лайк и все такое будет вашей идеальной поддержкой канала. Ведь когда мы вместе, мы сила. И в заключении напомню, в любое время добро пожаловать на нашу территорию. Территорию ММА. I'm in the mind like cause I run tight, time to get paid, blow up like the river. I'm blowing up like it's all I want.